أحياء ولكن لا تشعرون. Гарданова Ильмиру Неязовну виновны в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, В, Д и Е части 2 статьи 105 УК РФ, которым назначено наказание в лишении свободы на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что Гарданова 18 июня 2023 года в послеобеденное время, находясь по месту своего жительства в домовладении 19 по улице Торговой, деревни Саитова, Тукаевского района Республики Татарстан, разлила заранее приготовленную легко воспламеняющуюся жидкость у входа перед кухней и у входа в зальную комнату и, используя неустановленный источник открытого огня, подожгла ее. В результате данных действий Гордановой произошел пожар. Гарданова, осознавая, что никто из членов ее семьи не сможет выйти на улицу, а распространение открытого огня приведет к неминуемой гибели всех членов ее семьи, причинит им особые страдания и мучения, покинула горящее жилище. В результате преступных действий Гордановой огнем было полностью уничтожено упомянутое домовладение, а все 7 членов семьи Гордановой, мать Ганединова, брат Ганидинов, супруг Горданов и 4 малолетних детей погибли на месте происшествия в результате острого отравления окисью углерода. Приговором Верховного суда Республики Татарстан от 14 ноября 2024 года действия Гордановой квалифицированы по пунктам А, В, Д и Е части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть как убийство, умышленное причинение смерти 2 и более лицам в отношении малолетних с особой жестокостью, совершенной общеопасным способом.